В Ангарске вновь подорожает проезд в общественном транспорте. Повышение пока коснется двух маршрутов – 3 и 11. Стоимость поездки с 20 марта составит 40 рублей. Как утверждают перевозчики, и этот тариф занижен. Все подробности в следующем сюжете. Для пенсионера каждая пятерка – это уже проблема. Начинается какая-то вроде бы мелкая, но не знаю, 40 рублей. Даже в Иркутске таких цен нету, как в Ангарске. С какой стати, непонятно. Ну, конечно, если, допустим, по городу еще не раз проедешь, то в копеечку уливается все. Конечно, нужна зарплата и водителям, и обслуживающим персоналу. Все же дорожает. Ну, так, наверное, и должно быть. По словам автотранспортников, с учетом высоких цен на запчасти, большим количеством работников, задействованных в обслуживании автобусов, и расходами на коммунальные службы, требуются огромные средства для выполнения пассажирских перевозок. Представитель транспортной компании объяснил, что поставщики, фактически ставшие монополистами, сейчас диктуют цены по всем позициям. Так, например, стоимость автобуса ПАС в 2020 году составляла около 3,5 миллионов рублей. Сейчас цена увеличилась вдвое. Целевая инфляция в 2022 году составила 21%. Вот, поэтому в этих условиях автотранспортное предприятие для сохранения возможности осуществления хоздеятельности и перевозки пассажиров в городе Ангарске принято решение хотя бы на часть отраслевой инфляции индексировать стоимость проезда. В городе работают 4 компании-перевозчика, которые обслуживают 12 городских маршрутов. Пока повышение тарифа пройдет по двум из них. Дальнейший прогноз предполагает рост цен и на остальных направлениях. Примечательно то, что, по словам перевозчика, еще в 2020 году специалисты выполнили расчет размера средневзвешенного тарифа в Ангарске. Он составил 60 рублей за одну поездку. Анастасия Москаленко, Раиса Сальникова, Роман Буйнов. Местное время.